И вновь медальные новости приходят из Японии, где для сборной Беларуси по художественной гимнастике ярко продолжается чемпионат мира. Вслед за успехом в индивидуальных упражнениях Алины Горнасько и Анастасии Салас накануне, около часа назад сборная нашей страны в групповых упражнениях завоевала бронзовую награду, обойдя в огромной конкуренции немало серьезных команд. Это было многоборье, то есть олимпийский вид. Мы уступили лишь российской сборной и Италии и поднялись на пьедестал почета впервые за 7 лет. Завтра вновь болеем за личниц Анастасию Салас и Алину Горнасько, которые будут сражаться за награды в индивидуальном многоборье. Отдельные виды у групповичек ожидаются в воскресенье. Обязательно следите за трансляциями в эфире «Беларусь-5».